ჩვენი სტუმრები არიან იმედის ახალ პროექტ ერთი ერთშის მონაწილენი ივანა მელაი და ოთო ნემსაძე. შევხვდეთ. Ото, немсадзе да Ивана Мелай, здравствуйте. Здравствуйте. Гамарджобат. Я с тобой буду говорить по-русски, а сото по-грузински. Базари арари. Базари арари. Что это за проект? Два проекта я, Эрчи Эрчи. Ивана, скажи, что это за проект? Один в один, да. Говоря на русском языке. И что ты будешь делать? Я буду делать очень много интересных артистов. Конкретно, да. Конкретно я не могу сказать, потому что я сама не знаю. Мы выбираем. Первого участника я выбрала уже, то есть мне показали его. Но я не могу сказать, все увидите скоро. Мужчину ты можешь сделать? Я знаю, что на этом проекте может быть... Простите, пожалуйста, в каком смысле могу ли я сделать мужчину? Нет, я знаю, что можешь сделать и мужчину, и женщину. Но на сцене. Можешь ты изобразить, да. Я поняла. На сцене, думаю, да. Потому что, в принципе, у меня большой диапазон. Какой вот? Покажи руками. И спеть там что-нибудь типа «Come on down, everyone!» Что-нибудь вот такое тоже можно. Халфту განასახიერებს, შენ შეგვიძლია ქალის განსახიერება? ოთო ნემსაძე ქუსლებზე არის ალბათ, არ ვიცი, აპოკალიფსი. ოთო ნემსაძე ქუსლებზე არ დადგება, არა? გორში არ ჩაუშვებენ, არა? ხო, გორი აპოკალიფსი კი, არის. გორის კატლეძე ხო ყველა გადაცემაში იძახი რაღაცას, მაგრამ ეხლავე თქვი, რომ შემოგევლე, შემოგევლე. Он про гориски котлеты говорит. Ты бывала в горе? Ты ела, да? В горе нет. Не ела котлеты. Гарийские котлеты. Все пропало. Ара, Сталин сруэр вахсенев, да котлеты. А ты, да, надо про Сталина сказать. Ваш Сталин поменял наше Закарпатье, договорился с чешским президентом, поэтому мы его не совсем любим. Поэтому вы не будете есть гарийские котлеты. Мы не будем кушать их котлеты. Да, мы вообще в бизнесе, а есть. Ладно. Расскажи мне, вот как к тебе грузинские мужчины клеятся, если это можно сказать? Как это происходит? Они не могут клеиться. Кай гератко, а? Что? Что ты? Картуэли, кацебио, мео армабавено. Арше удзлиято. Ну, наверное, боятся. Да, кайса чеви. Что ты боишься, гешини? Я А? Хелю чаумарцо шемешин. А, пасту, рату шегешин? Да, рагац нет, шемешин. Ай, рату шелиба, юанас наэри, калис шегешин дес, миткали. Тук-тук-тук-тук. О, ай, э. Ладно, ну не будем об этом. Я знаю, что один все-таки добился твоего расположения. Это кто у нас? Один счастливчик по имени Гурам. А по фамилии? По фамилии Ломидзе. Гурам Ломидзе. Ему повезло. Да. Хорошо, в связи с этим я хочу спросить про грузинскую эстраду. Да. Что тебе больше нравится, Кучи с Бичеби или Сахе? Кучи с бичи, мемгон. Один кучи с бичи ей больше нравится. Да. Хорошо, ото. Шен и гребди монатели у вас украинец войсчи. Да, вермяхтец. Армата, я вас знаю, идти на том. Окей, рогурар вице. На то, аба? Паспорт я им кунда. Да, и кучи сцена за меня убнеби. А рой, паспорт и садга. Куда усвоят сарма увидгене? Рухой, зей, пиццей бюро и китхебен хом. Аба, пиццей, а за чуэне паспорт и дичем? Габо, и кец и фидан. Ро, арми дуб. Ара, рато, вера чуэне вди паспорт стура. Байца, ара мак, об чуэне паспорт и? Ара мак, там. Ну, а мы то у меня гечуэ не вина, аз на давне уликали. Мен гони, тавари, проблема их, ой, сон. Арми гирда, паспорт из чуэне. Порчхидзе ара, ирчие, мцнуэлат, порчхидзе. Ай, шером мцнуэли копили кави, хо, шему утриал. Ауци, ебат, мо вигелит. Чему утрял дедут? Думать, что ты не буду, а утсил дедут. Сад мы утсхок, как наши хуар гегмав, зале бис мосинджу. А, ра, джерри хай, с проекты гуак, ак. Да, Рамурчева мере, да, упик тебе, бе, урака, сазит, сота, да, сони, бац, мидя, да. А их леби, хо? Ги. Да, раме, если ты утсхок, как нас надо, как шире були кухни. Хвости анекдоты, да, дис, отоним садзе зеро. Отоним садзе горши, да, и бадао, да. Русети агер на тахташ чама увидао, мере Украина ши цам видао, да игат ми адгао Русети, да и хаим дресу хауи, полонети сайл чоши визазе шесу, гади гетри, агер лошо.
Вот из Европы, из Африки. Ивана, я тебе водичка? Да, это водичка. Можно, да, глоточек? Да, можно, можно. Не пейте, козленочком станете. Ну, не думаю, это другая, наверное. Не, козленочек. А как это? Это сказка же. Ну да, это сказка. Да, ну я уже взрослая, я забыла сказку. А в жизни я хочу тебя научить фразам, которые тебе помогут выиграть конкурс. Давайте. Да, например, такая фраза. Диди мадлоба жиурис, ты знаешь, да? Конечно, да, знаю. Диди мадлоба. Сакартвело ყველაზე კარგი ქვეყანა, სადაც ოდესმე ყოფილი ვარ. Сакартвело ყველაზე კარგი ქვეყანა. Скажи? Сакартвело ყველაზე კარგი ქვეყანა. Ქვეყანა. Почти. Если это не помогут, эти фразы не помогут, то я знаю одну фразу, которая 100% поможет. Вот, запомни, пожалуйста, чким царматеба, гоконада арт, смс момчарат. Арезуэбария. Повторяй за мной. Чким царматеба. Чким царматеба. Гоконада. Гоконада. Арт, смс момчарт. Арт, смс момчарт. Это лучше получается. Я думаю, что лучше получается. Это по мигрель? Да. Спасибо. Да, я думаю, что ты мигрелкой была. Если прошлой была бы жизни, грузинская. Да. Прошлой жизни, наверное. Ладно, давайте я сейчас буду импровизировать здесь и какой-то маленький конкурс устроим. Мини один в один. Вот это у меня кнопочка. Вот такая импровизация. Кнопочка. Значит, вы нажимаете на этот, на эту кнопочку, и на экране появляется или политик, или околополитический деятель, который вы должны пародировать. Окей. Если это вам будет под силу. Под силу, конечно. Ну, нажимай, Милай, сначала. Милай. Да, Ивана. Нормай. Давай. Нормай. Раз, два, три. Вот. Сахом шидо писай с реакция, ромсат колол параской, царму гиген, мы журналисты, инга Григория. Начали куда, куда работаем? На эту камеру, пожалуйста. Вот сюда работаем. Да, жестко так, давай. Что там с Агамом Шведобиса? Ну, что ты расслышала, хорошо. То и говори. Давай, окей. Пошла. В эфире. Дай папку. 3, 4, 5. В эфире. С Агамом Шведобиса, мевар Инга Григория, и вам всем капец. Ну, суть ты выловила. Да. Давай, вот то, пожалуйста, нажимай на кнопочку. А, это что за клиент? Ну, блядь, а вообще чморо. Миди. Сахи, кому мне полева? Миди. Ромил камера, ты себе им камера, зе? Ну, блядь, а вообще чморо. Отлично. Ивана. Да. Пожалуйста, нажимайте на кнопочку. Раз, два, три. Ой, знакомая вам. Ну, давайте ее текст, хотя я могу и без ее текста немножко. Пожалуйста. Будуть знижувати нормативи використання тепла, ну це мало. Тимошенко, нам покажи, пожалуйста. Пошла. Дорогі друзі, я хочу вам сказати, що будуть знижувати використання, точніше нормативи використання тепла. Але це є мало. Ото лідирують Івана. Ну что тут поделаешь, капец тебе. Витом басуха. Дас вам туда иди дай дау. Дас вам туда иди дай бау. Витом басуха, дас вам туда иди дай бау. Ше классика ари, цизма. Верга уйде. Ога ари. Че моке тилу халху? Мида гитхрат. Ойлас ром им дрес вихави кахечи да митхрес ези тирагас. Витом митхра. Сада дас вам маросо ик иди дай бау. Мере гамогида мезобида утхай. Ше дихалу буткашио. Арес. Გასაგებია, კარგია, მაგრამ უფრო ღარიბაშვილია ვიდრე ის. არა, გული. ხო, მართალია, ერთად ანძნელია. აი, უთულესია რა სა. ანუ ეშოვა. გამოაცხადა ზალშო საკაშულმა. და უნდა იყოს სამოქალაქო პასუხისმგებელი, თქვია. პასუხისმგებელი შემდეგ შეიძლება იყოს უკვე სასამართლოს მეორე გამოიყენოს ეს. Еще один раз, давай, не что-то за ушо сакашума. Это он дай кос самокалаку посудился. Я даже не идентифицирую слова. Это очень легко. Ну, так, желание, сделай, пожалуйста. Я даже не знаю, как это изобразить. Вот, вообще гили, я давай ты. Ну, зачем сделать, как мы делаем сакашу, мы чем мы делаем, мы говорим. Это же грузинский.
Отлично. Это настоящий. Я думаю, что все равно победила Ивана. Потому что она так хорошо сделала Тимошенко, что... Да. Ты с ней знакома лично? А мы виделись, да. Она тебя видела или ты? Ну, не знаю, я была на сцене, поэтому наверняка видела. Я желаю вам победы. Обеим. Спасибо. Обоим. Кисулеп царматебепс, кай марджуэт. Катлетиц чамот ძალიან ბევრი, Ивана Сарва чамот. Ай борщиц давай. Ай борщиц. Борщ, она... Сало. Конечно. А ты умеешь готовить украинские блюда? Чуть-чуть. Правда, какие? Это украинское блюдо? Да, это такое... Да, ну ладно. Нет, ну котлеты, мы, наверное, никогда не попробуем это. Нет, почему? Как-нибудь, я думаю, что на каком-нибудь шоу, если будете готовить... Мы будем готовить что? Будем готовить, можно, гуляш. Я люблю гуляш, конечно. Ты любишь гуляш? Гуляшки класс. Абара. Да. Залиан Гембрели. Это наш президент, президент нашей программы. Видишь, какой он такой? Happy birthday. Ага, шегешин деба, вора, икни. Он сказал, что побоишься, конечно, такого. Она обольстительна, она как женщина вамп, да, она феме фатале, то есть рамки дайте гитра, мог ли замагари наша, хо? Замагари наша. О, абара. Это я понимаю. Замагари наша. Да, ладно, я желаю вам, так сказать, победы. Спасибо. Но сейчас вы должны мне спеть украинскую песню. Украинскую? Да, украинскую. Притом вот это тоже, потому что он бывал в Украине, он знает украинский и так далее. Какую песню нам споете? Одну калину. Добре. Добре, будем успевати. Будем успевати. Ура! Добре, хлопче, давай. Аба, 8 минут Ивана. Мало Украине! Сумно, сумно аж за край. Не дивись на мене, грай, музико, грай. Зимно, зимно на душі. Забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. Одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. Сумно, сумно аж за край, так чого ж ти плачеш, грай музику, грай. Крапля горя на залє, наливай, козаче, бо наше є. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до собуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до собуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема.
Reklamis šemdek marihuana z dekriminalizacijis momkreta mier šekvetili si užeti da čveni šou z prezidenti da džildo eba zemijem gzavreba. Polocki, Mamašvil, Korkotevs.